Это лайф. Мы продолжаем. Украинские тыловики поплатились за испорченную солдатскую кашу. Министр обороны Степан Полторак уволил двоих командиров. Еще двое нерадивых служащих лишились пары звездочек на погонах. А все из-за громкого скандала в учебном центре «Десна». В июне на больничных койках оказались десятки солдат, все с кишечным отравлением. Оказалось, что продукты там хранились при 30-градусной жаре. К тому же в них обнаружили бактерии кишечной палочки и стафилококка. И это не единственный случай. Волонтеры уже находили в тарелках мух и тараканов. Да и мясо 30-летней давности из госрезерва украинским военным тоже предлагали. Так что еще не вечер.